Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины. Гуляем по главному штабу Эрмитажа. Карл Фогель фон Фогельштейн. Портрет полковника лейб-гвардии егерского полка Рихтера. Дерево масла. Поступление в 1923 году. 1810-1812 год. Борис Христофорович Бургард Адам Рихтер II происходил из дворян Лифляндской губернии. На военной службе с декабря 1797 года. Был унтер-офицером в Таврическом гренадерском полку. В 1803 переведен поручиком в лейб-гвардии конный полк. В 1807 в лейб-гвардии егерский полк. В марте 1810 года произведен полковники с назначением командиром 3-го батальона. Воевал в Голландии 1799 год. Сражался при Аустерлице, Фридленде под Смоленском, при Бородино. Кстати, награжден при Бородино орденом Святого Георгия 4 класса. И Тарутино под Люценом, Лейпцигом и Парижем. За отличные сражения при Кульме был ранен в правую руку и грудь пулей на вылет. Произведен в генерал-майоры. На действительной военной службе оставался вплоть до своей смерти. Портрет Рихтера II, уже генерала, в мундире лейб-гвардии финляндского полка, полковой командир в 1816-1821 годах. Представлен также в военной галерее Зимнего дворца. Ну вот так вкратце из анонса к картине Карла Фогель фон Фогельштейна «Портрет полковника лейб-гвардии егерского полка Рихтера». Пока-пока, до свидания.